Слушайте, я летал в своей жизни на воздушных шарах, на самолетах, на вертолетах. Абсолютно точно. Вот эта вот штука, это вот, по моим ощущениям, самый комфортный и самый безопасный вид транспорта. Трошки ликбеза. Автожир очень похож на бюджетный вертолет, но это всего лишь внешнее сходство. Главное отличие в том, что его винт вращается свободно и приводится в движение от набегающего потока воздуха. То есть, если, например, откажет двигатель, автожир не упадет, а будет плавно опускаться на землю. На самом деле, автожир очень классная штука для тех, кто боится летать, потому что он взлетает и садится, ну прям очень плавно. Хотя, конечно, может закладывать и порядочные виражи. Мы переворачивались, ну то есть вставали практически на бок 90 градусов. Потом были спирали, когда ты резко заходишь и практически вертикально нарезаешь такой серпантин. Самая страшная штука, когда ты на там, 400 метров поднимаешься, а потом так резко останавливаешься и начинаешь падать. Главная фишка, то что этот девайс летает на 95-м бензине и расходует 15 литров на 100 километров. В модели, на которой мы летали, также есть и аккумулятор, которого хватает на 40 километров передвижения по городу. Да, я забыл сказать, что эта штука может как летать, так и ездить. Винт подвязывается на специальных тросах, госномера опускаются, и все, можно идти устраиваться в Uber. Самый шик — это заехать на таком девайсе в столицу Чехии. В Праге автожир произвел фурор, сравнимый с появлением Феррари где-нибудь в Сумской области. Все офигевали, приветствовали, фоткали, снова офигевали и снова фоткали. Даже полиция заинтересовалась, но к нам не прикопаться. Аптечка, огнетушители, коночки на торпеде, все есть. И, наконец, абсолютное боголепие. Автожир на местной заправке.